Всадники на фресках. Комплекс захоронений Когурю. Древнекорейская династия Когурю была основана в первом веке до нашей эры и правила почти 700 лет. В окрестностях Пхеньяна расположено много украшенных стеной росписью гробниц, внесенных в список всемирного наследия. Вот Анакская гробница номер 3, где настенные фрески особенно разнообразны. На западной стене изображен тот, кому принадлежит это захоронение. Считается, что это царь, правивший здесь в середине 4 века. Помещение покрыто стенными росписями. За красной балкой изображена кухня. Фрески дают представление о том, как жили эти люди. Лежащий в этой гробнице царь изображен возглавляющим большой парад. За ним следует 250 человек. Люди Когурю верили в бессмертие души и хотели после смерти вести и далее такую же жизнь. Это необходимо подчеркнуть для объяснения того, почему в их гробницах повседневная жизнь изображена в таких подробностях. Вот замок, который оставила династия Когурю. Она правила в Северо-Восточной Азии, постоянно отражая нападения китайцев. Украшенные росписью гробницы дают нам ценные сведения о жизни этого таинственного народа Когурю. Вот могила генерала Чан, могущественного военачальника. Здесь изображена сцена отправки кавалерии на войну. Расширять империю позволяла превосходящая военная сила. Когурю сумели создать свою собственную уникальную культуру. Вот всадники на полном скаку стреляют по мишеням из луков. Отсюда могло взять свое происхождение традиционное японское церемониальное искусство ябусами. Эта женщина носит красно-синее одеяние, которое очень похоже на то, что изображено на фреске в гробнице Такамуцу в Японии. Это служит отражением тесных связей, существовавших в то время между Японией и Когурю. Государство Когурю пало в VII веке под ударами династии Тан, объединившейся с государством Силла. Однако эти росписи дают нам возможность познакомиться с его культурой и представить сегодня, как когда-то жили эти люди.